Добрый день, меня зовут Роман, я директор IT-компании Еврика, инженер игры компании Детерминант. Я представляю вашему вниманию проект InFlight, система разведчинной борту самолета. Цель нашего проекта всего одна, но она достаточно емкая, это получение позитивных эмоций клиентами компании Аэрофлот. Система состоит из двух частей. Первая часть установлена в подголовнике впереди стоящего кресла, на которое воспроизводится потоковый видеоряд, на котором вам будет представлена интересная информация о местах, над которыми в данный момент вы прилетаете, информация о пункте назначения, особенности законодательства, табу и различные мелочи, которые действительно нужно знать по прилету. Например, туристический маршрут или что если в Турции вы оставите чаевые на диване, то их никто у вас не возьмет, только с кровати. А вторая система основывается на том, что у каждого сейчас человека есть какое-либо медиахранилище с собой. Это будь то планшет, ноутбук, но любое устройство с наличием браузера. Поэтому мы реализовали свой проект, то есть вторую его часть, в качестве веб-приложения, в котором вы можете общаться в чате, вы можете смотреть медиа-контент, вы можете предлагать другим участникам полета сыграть с вами в карточные игры, или в шахматы, в шашки и тому подобные развлечения. Спасибо вам большое за внимание, до встречи.